Привет, ребята! Я вернулся спустя 2 недели, как и обещал. Ну и столкнулся я с тем, о чем уже наверняка вам как неделю известно. Разработчики сделали обнову, в которой они поставили лимит на один уникальный модуль. И теперь я, к сожалению, не могу показать вам именно тот фит, который мне хотелось, на дикий отхил корпуса и щита. И, соответственно, я задался вопросом: блин, я обещал второй видос по Стингрею, как же быть, как выворачиваться из этой ситуации? Я начал перебирать всевозможные фиты и пришел к одному простому мнению, что если уж и выбирать один уникальный модуль, учитывая эту обнову, то непосредственно это будет кинематический адаптер щита, вот, забыл, как он называется. Его суть в том, что на скорости свыше 90%, да, максимально восстанавливает 348 единиц щита. Что есть хорошо, то бишь здесь у нас несколько меняется тактика боя. Если в первом видосе, в котором, кстати, если память не обшибает, не изменяет, то кто смотрел первый видос, там я, по-моему, не использовал ни одного уникального модуля. И сейчас уже, наверное, без зазрения совести могу сказать, что первый видос — это эталонная сборка Стингрея, где вы не привязаны к этим модулям и вы можете спокойно нагибать. Ну, собственно, вы сами все видели. Этот второй видос, буквально фит изменился на маленькую одну модулинку, да, мы добавили кинематический адаптер щита и все. То есть все отличие от первого фита. И, соответственно, так как теперь у нас корпус будет отхиливаться, мы постараемся более внимательно следить за этим. Не корпус, а щит будет отхиливаться, простите, оговорился. И во время боя, когда нам будет снимать щит, мы будем уходить в сторону, отхиливаться и возвращаться. Это такой челночный бег у нас на врага будет. Ну и, соответственно, если я уже не могу поставить себе в корпус вот этот вот авторемонт, да, мне вот не дает, к сожалению, то актуально еще больше стал рекомплект средний. Почему? Потому что он нас будет, если что, отхиливать. Ну и вот, пожалуй, остальное все осталось без изменения. Чисто давайте бегло пробежимся. Значит, у нас генератор сингулярности. Далее у нас разгонный контур. Здесь у нас боковой двигатель вместе с компенсатором столкновений. Кстати, я еще думал поставить, может быть, инжектор тетрастазиса. Тетроксида, простите, ускоряет разгон на 57, да, они же его чуть-чуть апнули, и теперь он еще делает увеличение бокового ускорения на 57, потому что раньше этого не было. Но все-таки боковой разгон — это, конечно, здорово, но Стингрей славится именно своей вот этой верткостью и поворотливостью. Ну, я решил все-таки оставить это, наверное, правильно, компенсатор столкновений, потому что здесь он все-таки увеличивает на 7,2%. Повороты нам добавляет. Дальше в энергоблоке у нас все так же остался мост силовой установки и аварийный барьер. Здесь у нас адаптивный щит на резисты, собственно, сам единственный пока что в своем роде, который можно поставить, адаптер щита. В корпусе дальше система динамической защиты и кристаллические пластины. Почему динамические пластины, а не, ну, скажем, какой-нибудь ребра жесткости, да, допустим, я тоже вот так вот пробовал. Ну, дырка получается в корпусе на кинетику, и мне как-то это не очень заходит, даже несмотря на то, что общая выживаемость повышается. Я все-таки привык играть от резистов, но опять же, да, не возбраняется, пробуйте, пробуйте ставить ребра, может быть, кому-то так даже больше зайдет. Кристаллик, в компьютере у нас остается протонная стена, и лучше ее, конечно, не убирать, хотя, да, рука моя тянется поставить инфракрасный сканер, чтобы больше дамажить, но рэбов много, да причем таких, что они могут еще и повыносить так вас неплохо, поэтому лучше все вот это вот действие контроля над вами пускай сокращается на 42%. Так будет лучше. Ну и боевые модули теперь уже точно без изменений, ничего мы сюда уникального уже не добавим, потому что нельзя. Выставляем стандарт: форсированное наведение, перезагрузка, форсированное двигателя и, конечно же, ремкомплект средний. Также напоминаю, что у нас осталось
В экипаже 5-й, 2-й обязательно, 6-й, 3-й обязательно, 9-й, 3-й, ну и 10-2. Вот, собственно, такая песня. Изменения очень маленькие, но, как бы я обещал, второй видос. Вот, значит, будет второй видос. Ну и я вернулся в колею, точнее, вхожу сейчас в нее, начинаю опять писать видосы. Следующий корабль, который я буду записывать, я еще, честно сказать, не думал, но посмотрим. Все-таки есть поле, куда, как говорится, стремиться, что писать. Пускай вторая часть Стингрея будет основополагающим видосом после моего маленького микроремонта, скажем так. Я свое место очень интересно оборудовал. Осталось наклеить только акустический поролон, чтобы звук, как говорится, не отражался от стен. В общем, все ради хороших видосов. Хватит лалакать, поехали искать бой. Парочку вылетов, наверное, да, сделаем. Все, погнали, погнали. We'll be right back.
И давайте, наверное, еще разочек слетаем.
reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. Reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. They call it painkiller, let it go, painkiller. I need another painkiller. Reaching in my cupboard for a painkiller. Такой вот бой у нас, ребята, с вами получился. Собственно, тактика была заключалась в том, чтобы если ваш щит снимают, вы улетаете, щит у вас поднимается, вы возвращаетесь. Собственно, все очень просто и без всяких яки. У меня на этом все. Я возвращаюсь на круги своя. Скоро будут еще видосы. Подписывайтесь на канал, зовите друзей. И пока-пока.